По-перше, вітаю вас в нашому гостинному місті. Це така дуже класна практика, коли ми всі з різних міст збираємося для того, щоб обговорювати такі важливі питання. Ми вже приймали участь, приймаємо зараз участь в першому проєкті «Міський громадський транспорт» і дуже так активно рухаємося в цьому напрямку. Крім того, сьогодні ми обговорили дуже важливе питання щодо продовження проєкту «Безпека дорожнього руху». Я сподіваюся, що зараз нам треба цей проєкт трошки перезавантажити, і ми будемо так рухатися більш швидкими темпами до цього. Ну, если мы говорим о развитии транспортной инфраструктуры города, наверное, одним из самых ключевых моментов является развитие общественного транспорта. То есть, если говорить просто, то с пробками бороться можно одним способом – это переориентирование на другие виды транспорта, которые существуют, кроме персональных автомобилей. И если пользователи, жители города нашего поймут, что общественный транспорт – комфортный, удобный способ добираться, и кроме этого, он должен быть быстрым, то, наверное, со временем люди начнут отдавать предпочтение, скажем, общественному транспорту. Потому что, ну, главный принцип достаточно простой. Это какой выбор сделать, ехать час в комфортном автомобиле или, например, 20 минут в более-менее комфортном троллейбусе. Да? И тут выбор очевиден. Поэтому мы еще в 2018 году начали участвовать в ряде европейских программ, которые дают городу, в первую очередь, доступное льготное кредитование на длительный период. То есть период это от 40 лет и там, процентные ставки до 2%, то есть 1-2% годовых. За счет этого проекта мы участвуем уже, это второй проект, в котором мы принимаем участие. Первый проект это «Міський громадський транспорт 1». В рамках этого проекта мы подали проект «Север-Юг», известный. Сейчас мы уже завершили тендерные процедуры по этому проекту и в ближайшее время будет, ну, отправим отчет о тендере в Европейский инвестиционный банк для утверждения. В рамках этого проекта предполагается закупка порядка 12 многосекционных трамвайных вагонов, которые будут курсировать с поселка Котовского до Черноморки. Тем самым мы полностью замкнем эту транспортную артерию. Следующий, когда появилась возможность принимать участие в следующем проекте, это «Міський громадський транспорт 2», мы подали в проект заявку на закупку 30 электробусов за счет средств Европейского инвестиционного банка. Понятно, что собственных средств в бюджете развития города нету для того, чтобы мы уже сейчас, скажем так, обеспечили комфортный транспорт. За счет кредитных средств мы можем не растягивать этот процесс во времени, там, скажем, заниматься модернизацией транспорта 5, 10, 20 лет, а можем сразу обновить его единовременно. Да, подготовка занимает в среднем где-то 3-4 года к таким проектам, но при этом мы потом быстро обновляем весь подвижной состав, как это было, например, в проекте с Европейским банком реконструкции и развития, когда мы обновили больше 70% подвижного троллейбусного парка, и на сегодняшний день мы видим новые троллейбусы уже там практически 3 года работают на улицах нашего города. Сейчас вот Одессу выбрали такой площадкой, Европейский инвестиционный банк приехал с другими городами, Херсон, Мелитополь, по-моему, Кривой Рог, те города, которые еще не участвовали в первом проекте, вот сейчас на базе Одессы покажут, какие технические, скажем так, вещи надо выполнить для того, чтобы получить возможность участия в этом проекте. По первому проекту Одессе было выделено 20 миллионов евро, то есть еще деньги пока мы не брали, потому что после того, как тендер будет завершен и определен победитель, на это надо где-то еще около 1,5 месяцев, после этого уже будет подписан контракт поставки. Когда будет подписан контракт поставки, на производство первого трамвая у производителя будет в районе 9 месяцев, а общий срок контракта будет где-то 18 месяцев. То есть все остальные трамваи должны будут поставлены, по сути, в течение 18 месяцев. И там поэтапная оплата идет. То есть когда нам нужна первая выборка 10%, мы будем писать запрос в Министерство финансов, и под нас уже будут, соответственно, приходить уже деньги. По мере выборки этих денег мы будем платить процентные ставки. Когда европейские структуры, международные финансовые структуры заходят
скажем так, с готовностью дать финансирование под какие-то программы, это не просто надо сказать, мы готовы или мы согласны. Для этого надо проделать достаточно сложные процедуры подготовки документов. Это подготовить так называемый feasibility study, то есть технико-экономическое обоснование, сделать анализ затрат и выгод проекта, сделать анализ экологических рисков, социальных рисков, подготовить пакет документов, провести определенные аналитические исследования, подтвердить их, и только после этого банк принимает решение, выделять ресурсы или нет. Так у нас было в первом проекте. То есть мы подготовили, одними из первых подготовили в Украине такой пакет документов, предоставили его, он был одобрен банком, и Одессе уже на уровне Евросоюза подтвердили выделение этого финансирования. Наразі основним завданням Міністерства інфраструктури України є вироблення та реалізація політики з оновлення міського громадського транспорту. Станом на сьогодні в Україні понад 50 комунальних підприємств, які використовують комунальний транспорт. І майже 85% рухомого складу вже зношені. З цією метою Міністерство інфраструктури спільно з Європейським інвестиційним банком проводить роботу щодо залучення фінансування для оновлення рухомого складу. Наразі підписано дві фінансові угоди на загальну суму 400 мільйонів євро. В рамках першого проєкту зараз залучено 11 міст, в тому числі Одеса. В рамках другого проєкту ми плануємо, що буде приймати участь 18 міст. Наразі остаточний перелік визначається. І з цією метою Європейський інвестиційний банк проводить відповідні місії для надання роз'яснень, як міста швидко можуть реалізувати свої підпроєкти. Очень рады быть в Одессе, в Одесском области. И мы очень рады осуществлять проект «Городской гражданский транспорт Украины 2». Проект номер один гражданского транспорта Украины уже осуществлен. Сейчас происходит так называемый роуд-шоу программы гражданского транспорта Украины 2. И как бы, цель этой встречи сделать возможным финансирование таких проектов городами-участниками, возможным со стороны Европейского инвестиционного банка. Благодарим за гостеприимство город Одессу за возможность проведения данного мероприятия. Также Министерство инфраструктуры Украины за всю оказанную помощь. И взаимоотношения между Украиной и Европейским инвестиционным банком – это не просто отношения между банком и заемщиком, это гораздо больше. Мы видим это как конструктивное партнерство между нами обоими.